Алло, народ! С вами Фома, и знаете, кто со мной? Нет, не знаю. Никто не знает, потому что он всем неизвестный урод. Сам ты урод. Ладно, может быть, не урод. Подожди, надо фокус настроить. Оп, оп. И, короче, ребята, сегодня мы идем в аквапарк. Ну, такой там аквапарк, короче. Ну, бассейн там с тремя горочками, но не суть. Джакузи. Джакузи. Да, будет весело. Будет весело. Мы будем играть в догонялки, стопудово кто-то упадет, что-то еще разобьет. Да. В прошлый раз так было просто. Вот кое-что упал. Вот нормально. Не буду намекать на кто, но ладно. Короче, сегодня мы сделаем так, чтобы нас выгнали с этого аквапарка и больше никогда сюда не пустили. Блин, да что-то фокус. О. В прошлый раз там это уже. Короче, мы, ребята, вернемся в аквапарк, нас выгонят, будем творить тупо трэш. Да, да. Главное, чтобы я камеру зарядил, не как в прошлый раз. Да, ты, короче, потом подставь, типа, знаешь, когда кто-нибудь будет падать, да, ты такой... Нас обязательно выгонят, я вам отвечаю. Пока посмотрим вниз. Что мы там видим? Мы там ничего не видим. Ну что, можно сесть, посидеть, базарить с вами. О, за окошком зима, снег, может видеть, а может нет. Короче, надо подождать всех. Снять всех, как все катаются в синей горке, чтобы нас наконец-то выгнали. Чувак, как у тебя дела? Непонятно. Давай, катись. Фигня. Макс, как дела? Что скажешь по поводу повода? По поводу повода ничего не могу сказать, по поводу аквапарка топчик. Да. Что это такое? Так, это нельзя снимать. Ты свое сними. Ничего нету. А на другой ноге? Ничего нету. Сеня, как дела у тебя? Ну, я заеб... I'm gonna go get some more.
что, ребят, мы сходили в аквапарк. Да. В итоге нас выгнали. Да. Да. Короче, это будет конец. С вами был Фома и... Всем известный. Никто его не знает. Шпиц-эффекты. Всем пока.